Здравствуйте, меня зовут Ольга Чижевская, и сегодня я хочу представить вам уникальный тренинг по омолаживающей системе ухода Люминес. История Женес, связанная с доктором Натаном Ньюманом, началась 5-6 лет назад, и началась она именно в кабинете доктора Ньюмана. Доктор Натан Ньюман является дерматологом и косметическим хирургом, который живет в Калифорнии в Беверли-Хиллз. Его имя известно во всех штатах Америки и во многих уголках мира за счет того, что он совершил революцию в пластической хирургии по технологии стволовых клеток. Результаты, которые еще никто в мире превзойти не смог. Интервью о нем и репортажи о его подходе к лечению транслировались по ведущим каналам как Соединенных Штатов, так и за их пределами. Он изобрел технологию лифтинг стволовыми клетками, о которых мы сегодня поговорим. Но я хочу обратить ваше внимание, что это медицинская технология. И это не то, что мы используем с нашим продуктом коллекции по уходу за кожей Люминес. Я также прошу, чтобы вы не путали эту технологию с внедрением чужих стволовых клеток в организм. Ну что ж, давайте немного поговорим о его технологии. Зачем же доктор Ньюман использовал стволовые клетки и в чем именно заключается уникальность стволовых клеток? Дело в том, что стволовые клетки могут становиться клетками абсолютно любыми. Это может быть мышечная ткань, это может быть печень, это может быть суставы, кости, хрящи, все что угодно. И эта ткань, в которую они попадают, они имеют такую способность, как восстановление. Они могут восстановить все здоровые процессы в этой ткани, в которую они попадают. Когда вы это поймете, вы станете понимать, как работает его технология. Доктор Ньюман работает непосредственно со своими клиентами и для лечения использует их же собственные стволовые клетки. Что же делал доктор Натан Ньюман со своими пациентами? Он извлекал стволовые клетки из их жировой ткани и делал им инъекции их же стволовых клеток после того, как отделял жировую ткань от стволовых клеток в лицо или в другую часть тела. И сейчас вы сможете увидеть эти результаты, и поверьте, это не фотошоп, а это самые настоящие клинические фотографии. Обратите внимание, что когда мы будем смотреть эти результаты, я хочу, чтобы вы заметили, что результаты отличаются, да, от доктора Натана Ньюмана тем, что идет омоложение на самом деле на много лет, да, от 5 до 10 лет. Вот посмотрите первый результат. Значит, первая фотография – это 4 месяца, да, до того, как ей были сделаны эти инъекции, да, и вот результат после 4 месяцев, да. На самом деле просто уникально, да. Давайте посмотрим на следующий результат. Значит, это год до, на первой фотографии год до того, как этой женщине были сделаны инъекции, и обратите внимание на ее результат, да. И результат поддерживается, на самом деле, когда я слышала об этих инъекциях, да, всегда говорили о том, что когда человеку делаются, во-первых, не присутствует здесь ни скальпель, ни что, это просто инъекции, да, значит, людям делаются инъекции их же стволовых клеток, берется этой жировой ткани и вносится это именно в лицо, да, когда мы говорим именно о подтяжке, когда мы говорим именно о омоложении лица. В этот же день человек уже может на самом деле работать, значит, но то, что говорят пациенты, в течение 2 недель, да, они начинают меняться, значит, меняется кожа, меняется лицо, да, и происходит на самом деле омоложение. И вот обратите внимание, год уже прошел, да, она все становится все ярче, ярче, красивее и красивее. Значит, обратите внимание вот на эту фотографию, да, на самом деле действительно очень сильно впечатляет. Значит, это первая фотография 14 месяцев до того, как женщине были сделаны эти инъекции, да, и вторая фотография 14 месяцев спустя. Обратите внимание на эту фотографию, да, значит, здесь вторая фотография месяц спустя после того, как этой женщине сделаны были вот такие инъекции. Но еще раз повторяю, что это то, о чем мы говорим, когда мы говорим о технологии, которую изобрел доктор Натан. И примеров по его технологии на самом деле очень огромное количество. Да? Обратите внимание на следующие результаты, они не менее интересны. Это когда идет
коррекция, потому что в его клинике делаются не просто операции на лицо, да, по подтяжке, еще идет и по коррекции. Например, вот коррекция носа, да. В первом случае, значит, у девушки был вот такой нос, во втором случае произошли вот такие изменения, и опять же, да, без скальпеля, да, это просто инъекции ее же стволовых клеток. И вот этот очень интересный результат, он на самом деле меня очень сильно впечатляет, и я знаю, что впечатлит вас. У этого мужчины была серьезная проблема, да, рак костной ткани. И обратите внимание, да, на первую фотографию, значит, то, что было с человеком, да, после операции. И обратите внимание на вторую фотографию, когда ему сделаны были инъекции стволовых клеток, его же стволовых клеток, да, по технологии доктора Натана Ньюмана. И обратите внимание, что без скальпеля, без определенной операции его костная ткань была полностью восстановлена, да, как мы видим на этой фотографии. Это на самом деле чудеса. Ну что ж, давайте теперь вернемся уже ближе к нашему продукту, да, который действительно родился из этой технологии, но он будет отличаться, и он будет действительно на самом деле совершенно другим. Ну так как же началась история нашей компании Женес? Наш основатель компании Женес Рэнди Рэй имел очень серьезные проблемы с коленом и являлся одним из первых клиентов доктора Натана Ньюмана. Рэнди Рэй была применена технология стволовых клеток, потому что он имел серьезные проблемы с коленом. Рэнди Рэй отказался от обычной операции и получил удивительный результат, когда после применения технологии доктора Ньюмана в течение 5 дней ушла дикая боль и полностью восстановилось колено. Рэнди был в восторге от своего результата и результатов других пациентов Натана Ньюмана. Он все больше и больше интересовался этой технологией, и в один день он увидел в офисе доктора флакон сыворотки, которую доктор Ньюман рекомендовал своим пациентам после операции. В результате своих многолетних исследований доктор Ньюман создал специальную сыворотку для лица, чтобы люди могли предотвратить и даже обратить вспять преждевременное старение, не прибегая к операции. Рэнди сразу понял, что это может стать 8-миллиардным продуктом, и у них были средства, чтобы вывести его на рынок. Именно так и началось это неповторимое партнерство. Доктор Ньюман объяснил, что сыворотка состоит из факторов роста. Каким образом она получается? Сначала извлекается человеческий жир из организма. После этого жировая ткань попадает в специальную машину, которая полностью отделяет жир из стволовых клеток. После доктор Ньюман кладет очень мизерную дозу стволовых клеток в специальный питательный медиагель, в котором на протяжении недели стволовые клетки делятся и размножаются. На протяжении этого времени, пока они размножаются, доктор проводит все возможные тесты и испытания для того, чтобы убедиться, что продукт является абсолютно чистым и здоровым. После того, как стволовые клетки размножились в меди, в течение недели доктор отделяет стволовые клетки из раствора и оставляет только раствор, в котором они размножались. И я объясню сейчас, почему именно раствор. В этом геле после этой процедуры больше нет стволовых клеток. Однако он насыщен такой молекулой под названием фактор роста. Что же такое фактор роста? Зачем он нужен и как он работает? Мы знаем, что наши клетки общаются между собой 24 часа в сутки. И буквально каждую секунду они попадают друг к другу, подают друг другу особые сигналы, которые возможны за счет присутствия молекулы. И дело в том, что когда стволовые клетки находятся в этой меди, они взаимодействуют между собой, они разговаривают. И когда происходит эта коммуникация, сообщение между клетками, они производят фактор роста. Фактор роста является особой молекулой, которая выполняет определенную работу. Обратите внимание, что это не гормоны и никакого отношения к гормонам не имеют. Фактор роста – это белок, это особый пептид, который выполняет очень важную роль в организме. И выполняет он эту роль на том участке, на который был нанесен. Он не путешествует, он работает там, куда вы его нанесли. В нашем организме работает сотни факторов роста, каждый из которых выполняет определенную функцию, определенную роль.
Факторы роста обеспечивают службу поддержки, когда молекула повреждена, и если ей чего-нибудь не хватает за счет фактора роста. Она дает об этом знать, и начинаются процессы восстановления, регенерации и обновления. Также фактор роста побуждает клетки репродуцироваться, возобновляться и привлекает стволовые клетки к тем тканям, где необходимо восстановление, где необходимо лечение. Очень часто люди задают такие вопросы. А если мы используем факторы роста, не вызовет ли это возникновение рака? Ведь мы помогаем клеткам восстановиться и регенерироваться. Ответ – нет, потому что фактор роста, он как раз-таки препятствует возникновению рака. Дело в том, что когда человек уже болеет раком, то в его генах, в его ДНК происходит определенного рода мутация. Но если здоровый человек использует, то никаким образом не может навредить. Не забывайте о том, что фактор роста является абсолютно естественным, натуральным элементом, который находится в организме каждого человека. И в нашей сыворотке находится более 200 основных различных факторов роста. Довольно сложно перечислить все функции, которые выполняют все эти более чем 200 факторов роста. Но самое важное, нас интересует, какой эффект фактор роста производит на кожу, так как обеспечивает естественную выработку коллагена нашей же кожи. И как следствие у нас сокращаются морщины. Вы знаете, что у многих людей с возрастом появляются пигментные пятна, и сыворотка также способствует их исчезновению. Вы также знаете, что мы сейчас живем в неблагоприятной окружающей среде, и очень часто появляется раздражение, красные пятна на коже. Фактор роста также помогает избавиться и от них. Как вы помните, сыворотка содержит большое количество факторов роста, и каждый из них влияет по-своему на нашу кожу. Один из этих факторов роста способствует исчезновению морщин, другой придает здоровый тонус кожи. Также происходит увлажнение, кожа становится сияющей, она приобретает необходимую мягкость и эластичность. Сыворотка на 85% состоит только из факторов роста, что является высоким содержанием, и также в ней содержится вода и больше ничего. Кроме всего перечисленного, продукт обладает очень сильным противовоспалительным эффектом. И он очень хорошо работает на заживление открытых незаживающих ран, язв и также ожогов первой степени. Безусловно, сыворотка прекрасно работает на восстановление и омоложение кожи. Ну что ж, давайте посмотрим теперь результаты уже нашей с вами коллекции по уходу за кожей Люминез. Обратите внимание вот на первый результат, да? Значит, результат использования на самом деле только сыворотки. Потому что очень важный момент, когда мы будем сегодня говорить о продукте и о его применении, нам нужно понимать, когда у человека вот такая выраженная форма, да, то ему из всей коллекции Люминез нужна в первую очередь будет сыворотка, да. И вот когда вот эта проблема уже проходит, да, проблема в такой угревой страшной сыпи, тогда уже этот человек может добавлять другие продукты, например, дневной или ночной комплекс, да. Но об этом мы будем говорить на следующих слайдах. В любом случае, обратите внимание вот на эту фотографию. И я хочу, чтобы вы обратили внимание не просто на эту фотографию, да, а то, что было с человеком изначально, да, и на последнюю фотографию, какое у нее стало чистое и на самом деле волшебное лицо. Я хочу обратить ваше внимание, что когда у людей есть такие проблемы, и люди пользуются какими-то другими, какой-то любой другой продукции, да, то чаще всего у них не восстанавливается кожа до конца, да, а остаются шрамы. А теперь посмотрите на последнюю фотографию и посмотрите на то, насколько восстановилась кожа, да, что нет ни одного шрама, как будто у этой женщины, у этой девочки никогда-никогда не было никаких проблем с кожей. Вот, вот так работает уникальный продукт. Обратите внимание на эту фотографию, да, на этой фотографии мужчина. И опять же, на первой фотографии мы видим, что мужчине 40 лет. И обратите внимание, что всего за 3 месяца, насколько произошло омоложение, да, это на самом деле только с продукцией, с коллекции нашего комплекса Люминез. Следующая фотография также очень интересная.
Опять же, здесь мы говорим о угревых сыпях, да, о проблемах на коже. И опять же, хочу заметить, посмотрите, обратите внимание именно на последние фотографии, когда полностью восстанавливается кожа, да, насколько она становится чистая и красивая. На этой фотографии показано несколько проблем, да. Ну, первая фотография нам показывает восстановление кожи, именно когда кожа разглаживается. Следующая фотография, опять же, да, мы видим очень серьезные проблемы, значит, у молодого человека с лицом, и действительно просто страшно на это смотреть. И я хочу, чтобы вы обращали внимание, опять же, насколько восстанавливается кожа, да, и не оставляет шрамов. И вот внизу тоже интересная фотография, когда у женщины на лице были серьезные проблемы, это язвы, да, и после использования, опять же, сыворотки, да, потому что опять здесь выраженная проблема. Когда выраженная проблема, мы в основном пользуемся только сывороткой, да. Обратите внимание, насколько стала чистая кожа, да, и насколько эта проблема ушла, да. Вот на одну секундочку представить, какое счастье у этого человека, когда у него лицо чистенькое и превосходное. Ну и также мы видим фотографию омоложения рук, да, потому что очень часто люди говорят, что это действительно потрясающе, насколько восстанавливаются руки, да, насколько омолаживаются руки, потому что руки и шея – это на самом деле те участки тела, которые выдают наш возраст, да, и поэтому нам, конечно, хочется, чтобы они выглядели так же прекрасно и красиво. А вот этот очень интересный результат, когда мы будем говорить о растяжках, потому что очень много таких моментов, когда у человека присутствуют растяжки на теле. Это может быть, вот как вы видите на этой фотографии, беременность, да, во время беременности, да, появляются такие растяжки. Или же есть такие другие проблемы, когда человек худеет или поправляется, и за счет этого тоже появляются растяжки на определенных участках тела. Обратите внимание, как с этим справляется, опять же, коллекция Luminess. Я знаю, что здесь используется в основном сыворотка и наш лосьон, омолаживающий лосьон для тела, да, о котором мы также сегодня будем говорить. Следующие результаты – это более такие серьезные, да, когда мы говорим о проблемах. На самом деле сыворотка очень хорошо помогает о проблемах диабета, да, и также проблемах псориаза. Поэтому, опять же, обращайте внимание на те фотографии, которые были сделаны до того, и насколько, значит, восстановилась кожа. Вот также интересный момент, когда, опять же, мы говорим о угревой сыпи, вот такого выражения, да, значит, у мужчины была такая проблема, и насколько всего лишь за 3 недели, да, на этой фотографии, насколько это восстановилось, восстановилась его кожа. А как мы говорили, что сыворотка очень хорошо работает по ожогам, да, поэтому вот такие фотографии сделаны, когда у человека были проблемы с ожогом, и насколько оно восстанавливается. Но чаще, насколько я слышу от врачей, они говорят, что очень хорошо сыворотка работает по ожогам первой степени. Вот у этой женщины на этой фотографии мы видим, что у нее был ожог первой степени, значит, на шее, да, и также на руках. И здесь результат всего несколько дней, да. Значит, всего мы видим, что за 7 дней произошло полное восстановление после ожога первой степени. Вот такая очень серьезная проблема, да, и на самом деле мне не очень хотелось ставить эту фотографию на этот слайд, потому что она на самом деле вызывает очень такие не очень интересные эмоции внутри, но видя таких людей сейчас, вот когда я вижу их, я, как бы сказать, знаю, что этому человеку можно на самом деле помочь. Вот такой нашей уникальной коллекции Luminess, когда действительно уже у человека нет шансов, когда он не может выходить на улицу, когда он комплексует, да, не может общаться с людьми. Но есть все-таки на сегодняшний день у нас такой продукт, который может многим-многим людям помочь вот с такими проблемами, да, когда у них не просто идет восстановление, а идет восстановление полностью кожи. Ну и вот такая интересная фотография по восстановлению уже роста волос, да, здесь применяется конкретно тоже сыворотка, и обратите внимание, что вот этот результат всего за 2 недели, да, поэтому если у человека есть какие-то определенные проблемы, значит, с облысением, то мы можем в этом отношении также добавлять сыворотку, да, и, значит, использовать сыворотку и получать вот такие интересные результаты. Ну что ж, давайте посмотрим, из чего состоит наша коллекция.
наша коллекция Люминез. Ну, во-первых, это самое важное, это омолаживающая, очищающая гель. И мы о ней будем сегодня говорить, да, и будем давать очень интересную информацию, почему она именно важна. А также в эту коллекцию входит лифтинг-маска, которая дает действительно быстрый и уникальные результаты, да, результаты прям сегодня. На самом деле нам очень интересно иметь в руках такой продукт, который действительно даст нам результат уже сегодня. Также в эту коллекцию входит вот эта самая важная, да, наша клеточная омолаживающая сыворотка, которая работает в идеале не только на подтяжку и разглаживание морщин, да, а которая работает в идеале на самом деле на восстановление кожи за счет того, что в ней присутствуют факторы роста, хотя факторы роста присутствуют во всей коллекции, да, но все сыворотки присутствуют в самом большем количестве. Также сюда входит дневной увлажняющий комплекс, ночной восстанавливающий комплекс и омолаживающий лосьон для тела. Ну что ж, давайте перейдем ко второй части, когда мы поговорим о том, что это за продукция, да, и поговорим, как правильно нужно применять эту продукцию. Ну, начнем, конечно же, мы с омолаживающего, очищающего средства. Да? Оно стоит на самом деле номером один, и я сейчас объясню, почему. Во-первых, это уникальный очищающий гель для лица, который помогает вашей коже сохранить природное увлажнение. Он разработан для удлинения, для удаления омертвевших клеток кожи и придания лицу светлого, сияющего и молодого вида. Омолаживающий гель – это специальный комплекс альфа- и бета-гидрокислот, который смягчает и разглаживает текстуру кожи до идеального состояния, придавая ощущение свежести, мягкости и упругости, а также подготавливает кожу к получению максимальной пользы от использования других продуктов Люминез. Он выводит токсины из кожи без ущерба для важных питательных элементов и увлажнения, которые необходимы для поддержания процесса обновления клеток. Он работает для устранения и накопления жира, бактерий и других токсинов, делая кожу здоровее и моложе. Он наполняет поры кожи необходимыми питательными элементами и витаминами и помогает предотвратить появление нежелательных дефектов кожи. Давайте обратим внимание на преимущества этого геля. Значит, что он делает? Удаляет токсины на клеточном уровне, осторожно отшелушивает кожу для последующей обработки омолаживающими продуктами линии Люминез, поставляет необходимые питательные вещества и витамины в поры во время очистки, сглаживает текстуру кожи при помощи альфа- и бета-оксикислот, помогает предотвратить появление угрей, пятен и других кожных загрязнений, улучшает внешний вид, кожа выглядит более гладкой, яркой и молодой. Ну и, конечно же, не содержит сульфатов и парабенов. Да, это на самом деле очень важный момент. И давайте обратим внимание, как правильно нужно пользоваться этим гелем для того, чтобы получать на самом деле интересные результаты. Ну, во-первых, нам нужно сполоснуть лицо теплой водой, нанести небольшое количество очищающего геля на кончики пальцев и аккуратно и ровно массажировать нашу кожу лица и шеи круговыми движениями примерно 30 секунд или до 1 минуты. А после этого мы смоем нашу кожу, да, и высушиваем. Но, значит, мы можем это сделать один раз, мы можем повторить это второй раз, это по вашему желанию. Но факт тот, что когда вы пользуетесь этим гелем, вы должны понимать, что чем лучше вы уделите этому внимание, чем лучше вы почистите свою кожу этим гелем, да, тем больше результат уже в первый день вы получите от следующих продуктов коллекции Люминез. Значит, следующий продукт – это лифтинг-маска. Она объединяет в себе живительные антиоксиданты и мощную технологию, которые придают вашей коже красоту и увлажняют ее даже после снятия. Уникальный состав маски включает экзотические растения, произрастающие в диких лесах Анд. Экстракты этих растений проникают в кожу и распределяют в ней влагу,
жизненно важную для придания коже сияния. Формула маски создает трехмерную матрицу, которая помогает восстановлению после снятия маски, обеспечивая постоянное питание. Лифтинг-маска объединяет силу цизальпинии и корня цикория для удержания влаги глубоко в мембранах эпидермиса. Поскольку маска мягко отшелушивает, она отслаивает старую кожу для проявления сияющего оттенка. Давайте посмотрим на полезные свойства. Так, сейчас одну секундочку. На полезные свойства этой маски. Ну, во-первых, мгновенная подтяжка, обеспечивающая длительное увлажнение. Содержит уникальные комплексы витаминов и антиоксидантов. Глубокое питание для упругости кожи. Эффективно уменьшает признаки старения. Усиливает действие средств по уходу кожи Люминез. Содержит экстракт огурца, который смягчает кожу. Очищает кожу от пятен и черных точек, вызванными бактериями. Подтягивает и укрепляет кожу. Глубоко впитывается в кожу, делая ее эластичной. Побалуйте себя роскошным уходом, сочетающим эффект спа-очищения и богатую витаминную маску. Ну и, конечно же, применение маски, потому что от правильного применения маски, конечно, вы получите более правильные результаты, да, более лучшие результаты. Потому что когда в наших руках такой уникальный продукт, как маска, мы уже получаем наш результат в первый день. Если вы хотите пойти куда-то в гости, да, куда-то вас пригласили, все что угодно, да, может быть, то сделайте эту маску именно перед этим событием, на которое вы идете, да, и вы будете на самом деле сиять и получать очень много комплиментов по омоложению. Ну что мы видим? Мы видим сначала, что нам нужно нанести, опять же, очищающий гель, да, о котором мы уже с вами поговорили. А смыть этот гель и высушить. Каким образом мы высушиваем лицо? Да, мы берем полотенце и промокаем это полотенце, промокаем этим полотенцем нашу кожу, наше лицо. Но для маски мы должны ее подсушить на самом деле, потому что чем суше будет наше лицо, тем быстрее маска высохнет, и тем лучше мы получим на самом деле результат. После этого тонким ровным слоем мы наносим лифтинг-маску на лицо и шею, начиная снизу шеи и поднимаясь вверх на все лицо. А после этого нам нужно подождать 20-30 минут, да? Ну, я так думаю, что лучше 25-30 минут, и мы снимаем маску, начиная снизу шеи. Каким образом мы будем ее снимать? Мы будем ее снимать вот таким образом. Обратите внимание, да, что вот на этой фотографии правильный положен слой. На самом деле здесь положен немножко больше, потому что не у всех получится снять ее вот так одним именно пластом. Да. На самом деле получится ее снимать несколько раз. И если в каких-то местах она на самом деле будет рваться, не обращайте на это внимания. Вам самое главное несколькими пластами ее снять. Но что произойдет? Останутся в нескольких местах, например, около волос, да, или в каких-то местах небольшие остатки этой маски. И вот когда они останутся, значит, после этого, только после этого, да, когда мы все возможное сняли, мы после этого идем и умываемся, да, и смываем оставшиеся остатки этой маски. И вот обратите внимание, да, на эту фотографию, потому что сделана маска. Значит, до того и насколько уже произошла подтяжка, да, и разглаживание морщин, да, вот у этой женщины, да, на самом деле очень быстро, на самом деле это работает практически в один день. И чем уникальна эта маска? Во-первых, уникальна тем, что она имеет возможность разглаживания более глубоких морщин, да, и подтяжки более таких, более серьезных моментов, это подтяжка шеи, да, или подтяжка носогубной вот этой вот самой большой складки, да, поэтому на самом деле после этой маски мы выглядим в идеале. Ну что ж, следующий продукт, это наш самый потрясающий, самый лучший продукт, это клеточная омолаживающая сыворотка Люминез. Это действительно уникальный шанс преображения на 10 лет, выглядеть моложе с нашей клеточной омолаживающей сывороткой Люминез. Это естественное восстановление ткани кожи и поврежденных клеток. Это натуральное, без гормонов, сильно действующих плацентарных и химических веществ.
Омолаживающая сыворотка отличается от любого другого омолаживающего продукта тем, что она имеет самый высокий процент факторов роста. 85% – это более чем 200 основных различных факторов роста. Впервые факторы роста не растительные, не животные, а именно взрослого человека. Это дает возможность росту, делению и обновлению нашим клеткам, а главное – видимому результату. Сыворотка прекрасно работает, и это факт. Факторы роста стимулируют синтез белка, эластина, коллагена, который является главным структурным элементом нашей кожи. Белок образует коллагеновые волокна, которые поддерживают каркас кожи, не позволяя ей покрываться морщинами. Причем происходит это совершенно естественно. Нормализуются обменные процессы, кожа начинает самостоятельно вырабатывать необходимые ей вещества, а это значит, что устраняется сухость, шелушение, разглаживаются мимические морщинки, заживают рубцы, исчезают пигментные пятна. Кожа становится действительно молодой, упругой и красивой. Этот клеточный восстановительный процесс является одним из чудес омолаживающей сыворотки Люминез. Факторы роста после нанесения сразу начинают работать. Устраняются морщины, восстанавливается тургор кожи, улучшается ее цвет, стимулируется рост новых кровеносных сосудов. И за счет этого улучшается цвет кожи с бледного или серо-желтого на здоровый и с розовым оттенком. Какие-то видимые мелкие морщины исчезают уже через несколько часов. Аллергических реакций не возникает. Факторы роста не травмируют кожу, а только ее лечат. Это самое эффективное средство от морщин, порезов или ожогов. Давайте посмотрим на полезные свойства этой сыворотки. Во-первых, она поддерживает функцию омоложения кожи, сводит к минимуму появление линий морщин, восстанавливает содержание коллагена и эластина, помогает поддерживать гладкую текстуру кожи, помогает выравнивать тон бесцветной, покрытой пятнами кожи, восстанавливает уровень увлажнения вашей кожи, минимизирует проявление тонких линий и глубоких морщин на лице, возвращает сияние молодости увядающей кожи, восстанавливает природные запасы факторов роста и протеинов кожи, которые с возрастом истощаются, откладывает проявление процесса старения, да? И на самом деле это самое главное. И, конечно же, мы поговорим о правильном, о применении омолаживающей сыворотки. Потому что обратите внимание, когда мы пользуемся этой коллекцией, да, нам очень важно делать все правильно. Поэтому в эти слайды я включила именно применение, да, нашей продукции. Потому что если вы будете применять это правильно, то тогда вы будете получать действительно уникальные, интересные результаты. Потому что у нас сейчас на YouTube выпущено очень много информации, да, очень много людей пользуются, им нравится. Они создают определенные фильмы, но, к сожалению, очень мало действительно достоверной, правильной информации об этом продукте и об этом применении. Да? Ну, по каким-то вот таким моментам не все люди получают достаточно правильную информацию. Поэтому мы очень хотим, чтобы вы посещали наши тренинги и имели самую точную информацию о том, что это за продукция, как она работает, да, и как правильно нужно ей пользоваться. Потому что мы на самом деле прошли тренинги напрямую от компании, от врачей, и мы владеем полностью правильной информацией. Поэтому этот тренинг мы посвящаем вам, и я надеюсь, что его услышат очень многие люди, да, для того, чтобы они действительно получали очень интересные результаты. Ну хорошо, давайте посмотрим на правильное применение омолаживающей сыворотки. Во-первых, опять же, мы умываем лицо омолаживающим очищающим гелем Люминез для мягкого очищения кожи от токсинов. Потом нам нужно промокнуть лицо полотенцем, да, потому что здесь очень много людей говорят, кто-то говорит, что очень важно на мокрое лицо наносить сыворотку, кто-то говорит, что на влажное, кто-то говорит конкретно на сухое. Но я вам скажу, что то, что говорит конкретно компания, что мы наносим на влажное лицо. Ну, влажное на каком уровне? Когда мы только умылись и когда мы только промокнули нашу кожу, да, промокнули полотенцем нашу кожу, оно еще у нас не совершенно сухое, но и не совершенно мокрое, да, оно на самом деле влажное. И вот на такую кожу, если мы, я напомню, если мы наносим маску,
то нам нужно лучше подсушить. А если мы наносим нашу сыворотку, то нам достаточно промокнуть, чтобы у нас лицо было нормально сухое, и наносить сыворотку. Мы наносим сыворотку на самом деле небольшим количеством. Да? Вот я подготовила для вас вот такой слайд, обратите внимание. Значит, вот таким образом мы выдавливаем сыворотку, да, на руку. И уже обратите внимание, сыворотка будет работать на омоложение руки, да. Поэтому помните, что когда вы выдавливаете на одну руку, очень важно, чтобы на вторую руку тоже попадала сыворотка, да, что капочку делаете и туда, потому что у вас руки будут очень сильно отличаться, потому что омоложение происходит на самом деле очень быстро. И вы таким образом вы берете пальчики, пальчиками эту сыворотку и наносите ее опять же шеей. Значит, все, что мы делаем, мы начинаем с шеи и идем всегда вверх, да, шеи и вверх лица. И обратите внимание, что сейчас мы будем говорить о следующих наших продуктах, таких как дневной увлажняющий комплекс, да, и ночной восстанавливающий комплекс. Поэтому обычно после сыворотки, если это утро, то мы пользуемся нашим дневным комплексом, да, омолаживающим комплексом. Если это вечер, мы пользуемся после сыворотки, наносим ночной уже восстанавливающий комплекс, да, о которых мы будем на самом деле говорить на следующих наших слайдах. Ну что ж, следующий наш продукт, это уникальный продукт, это дневной увлажняющий комплекс Люминез. Это великолепный дневной крем для лица с сильным эффектом борьбы с морщинами и старением. Солнцезащитным фактором SPF 30. Это интенсивный увлажнитель, включает в себя уникальные ингредиенты, помогает заново наполнить вашу кожу влагой. Кожа становится упругой и гладкой, приобретает природный блеск и сияние. Формула разработана по новейшей мировой технологии и содержит ингредиенты высшего качества. Эти ингредиенты были тщательно отобраны по своим высокоэффективным омолаживающим свойствам, такие как яблочный экстракт, экстракты чечевицы и арбуза. В течение 2 недель увеличивают на 85% внутриклеточный водный баланс и уже через 2 часа способствует сокращению мимических морщинок. Экстракт красных морских водорослей быстро впитывается в поры, обеспечивая естественный увлажняющий барьер между внутренней и внешней средой, обладает высочайшим качеством. Экстракт зеленых морских водорослей богат белками и аминокислотами, которые улучшают и восстанавливают коллагеновые волокна и эластин естественным путем. Экстракт синих водорослей предохраняет и создает натуральную защиту от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Ну и обратим внимание, конечно, на полезные свойства, значит, нашего увлажняющего комплекса. Ну, во-первых, конечно, сокращает проявление тонких линий морщин всего за 2 часа, да, и разглаживает кожу. Сразу же дает заметный эффект увлажнения и защиты кожи на 24 часа. Усиливает внутриклеточное увлажнение кожи на 85% в течение 2 недель и может сократить количество тонких линий в течение 2 часов, опять же, да. Экстракт красной водоросли создает естественный барьер для сохранения влаги в коже. Экстракт зеленой водоросли стимулирует производство коллагена и эластина. Экстракт синих водорослей обеспечивает естественную защиту от ультрафиолетовых лучей. Вот такой интересный на самом деле комплекс. И правильное применение его после того, как мы уже опять же почистили лицо гелем, применили сыворотку, да, нанесли сыворотку на наше лицо. После этого мы наносим небольшое количество дневного увлажняющего комплекса. На самом деле вы можете также выдавливать, значит, увлажняющий крем на руку, как сейчас я вам показывала на слайде, как мы это делаем с сывороткой. Вы также немножечко выдавили, взяли своими пальчиками и опять равномерными круговыми движениями, обращайте внимание, сверху вниз опять. Сначала мы наносим на шею, поднимаемся вверх и наносим конкретно на все лицо, да. Единственное, что мы не затрагиваем область глаз, да. Значит, вокруг глаз мы не наносим. И как объясняют врачи, что в течение дня у нас все равно
происходит очень много мимики, да, лица, и все равно этот крем доходит до самого конца. Поэтому, когда мы говорим о дневном и ночном креме, мы это не делаем. Сыворотку мы можем, значит, наносить ближе, да, к нашим глазкам. Значит, если вы хотите, можете наносить так же, как крема. Значит, это все на ваше усмотрение. Но единственное, что очень важно, чтобы продукт не попадал в глаза, да, чтобы не вызывалось никакого раздражения. Ну и, конечно, следующий уникальный продукт. Я знаю, что это любимец всех наших женщин, да, и мужчин, потому что я еще не слышала ни одного отзыва, чтобы кому-то он не понравился, да, потому что все будут о нем говорить. Это не просто уникальный крем, да, это не просто уникальный комплекс, это то, чего моя кожа становится шелковистой, да, поэтому давайте поговорим, конечно, и о нем. Это ночной восстанавливающий комплекс Luminess. На самом деле это комплекс сильного действия, который исправляет последствия от экологического ущерба, пока вы спите. Он восстанавливает и поддерживает иммунитет вашей кожи, укрепляя ее на будущее. Мощные витамины и антиоксиданты защищают мембраны клеток от повреждения свободными радикалами. Ночной восстанавливающий комплекс Luminess – это эксклюзивная формула клеточных технологий, глубоко омолаживает кожу в течение ночи, когда обновление клеток наиболее активно. Ночной восстанавливающий комплекс Luminess – это передовые методы восстановления кожи ночью для повышения метаболических процессов, участвующих в процессе старения. Этот комплекс включает в себя ингредиенты, которые естественно поддерживают врожденную способность вашего организма к репарации ДНК на клеточном уровне. Этот шелковистый успокаивающий крем дает внутриклеточное увлажнение. Вы просыпаетесь с великолепной кожей. Ну, давайте посмотрим на полезные свойства нашего крема. Ну, во-первых, усиливает внутриклеточное увлажнение кожи на 85% всего за 2 недели. Сводит к минимуму появление тонких линий и морщин всего за 2 часа. Обеспечивает защиту от нарушений, вызванных свободными радикалами при помощи витаминного комплекса для кожи Luminess. Восстанавливает содержание коллагена и эластина с помощью факторов роста. Уменьшает появление возрастных пятен и выравнивает цвет кожи. Повышает упругость и эластичность кожи. Да? Вот такой уникальный крем. Ну и, конечно же, применение. Опять же, я повторяю, то, что мы начинаем с очищения, да, для того, чтобы подготовить нашу кожу и получить более интересные результаты. После геля мы используем, значит, омолаживающую сыворотку, а после омолаживающей сыворотки буквально через одну минутку, если это вечер, мы наносим наш ночной комплекс. Мы берем, значит, с ним идет такая лопаточка, значит, мы можем взять этой лопаточкой небольшое количество крема, опять же положить себе на руку, да, и с руки мы уже берем пальчиком и опять круговыми движениями снизу шеи до верха, да, мы наносим. Аккуратно массируем наше лицо и наносим крем на все лицо. Вот такие уникальные и прекрасные продукты, которые представляет компания Luminess. Но у нас остался еще один очень интересный продукт. Значит, это омолаживающий лосьон для тела Luminess. И он на самом деле не менее важный, чем остальные продукты. Омолаживающий лосьон для тела увлажняет до самых глубоких слоев. Он питает, восстанавливает и смягчает кожу всех типов, особенно жесткие сухие участки, без закупоривания пор. Омолаживающий лосьон для тела работает на клеточном уровне. Благодаря мощной системе доставки фосфолипидов он проникает глубоко в кожу, тонизирует обезвоживанные слои, удерживает влагу и поддерживает процесс клеточного обновления. Роскошная легкая формула с экстрактами полезных растений содержит антиоксиданты для защиты от вредного воздействия свободных радикалов и также более 200 основных факторов роста, которые помогают организму поддерживать естественные процессы омоложения. Да, на самом деле это действительно уникальный очищающий комплекс. Ой, извините, пожалуйста, омолаживающий комплекс. Ну, давайте посмотрим на полезные свойства. Ну, во-первых, глубоко увлажняет, питает и смягчает кожу. Восстанавливает функции молодых клеток, обеспечивая более равномерный цвет и эластичность кожи.
защищает от воздействия свободных радикалов и других негативных экологических последствий, помогает естественным образом сохранять и восстанавливать более мягкую шелковистую и более молодую кожу, выравнивает цвет кожи и помогает в борьбе со старением и в результате воздействия ультрафиолетовых лучей, стимулирует капиллярное кровообращение, ускоряет естественный процесс заживления, заметно восстанавливает сухую поврежденную кожу и смягчает местный зуд и раздражение. И вот когда мы будем говорить о применении этого комплекса, я знаю, что у меня на сегодняшний день нету такой фотографии, да, но на самом деле этот лосьон вместе с сывороткой, да, если мы это дело совмещаем, они очень хорошо работают именно на дряблость кожи, да, потому что к возрасту происходят такие моменты, где появляется дряблость кожи именно в области ног, да, или в области живота. Поэтому если мы применяем сначала сыворотку, после этого мы применяем этот крем, то я видела, что результаты на самом деле очень быстрые. Да, в течение 21 дня можно достичь результата полной подтяжки. Да? Потому что также чаще есть такая проблема, как целлюлит. Поэтому в этом отношении, когда мы говорим о нашей омолаживающей сыворотке, потому что она именно работает на проблему и причину, ту причину, которая есть в организме, да, и плюс добавление мы пользуемся омолаживающим вот таким лосьоном, и мы получаем действительно на самом деле интересные и уникальные результаты. Ну что ж, я думаю, что я дала вам очень интересную и полезную информацию. Я знаю, что вы ей будете пользоваться. Я знаю, что вы будете пользоваться этой прекрасной, уникальной коллекцией Luminess, потому что мы все ей пользуемся, пользуются наши партнеры, получают очень интересные результаты, разнообразные результаты. Да? У кого-то прошли шрамы, у кого-то прошли рубцы, да, рассосались рубцы, у кого-то произошла очень быстрая подтяжка, разглаживание морщинок. У кого-то, вот у нас есть в нашей команде такой результат, когда у женщины диабет и очень серьезные проблемы были с ногой, значит, и язвы, и опухла нога. И я знаю, что как только она получила продукт, в течение 4 дней, уже 4 дней она пользовалась сывороткой, да, она накладывала сыворотку именно в это место, она получила действительно очень интересный, уникальный результат. Поэтому желаю вам удачи, желаю вам в каждом доме иметь такую продукцию и получать действительно уникальные результаты. И, конечно же, делиться с нами вашими результатами. Всем вам удачи, пока. С вами была Ольга Чижевская. До свидания.